Итак, друзья, снова всем привет, меня зовут Серега, очередное видео по заработку в интернете. Сегодня хочу рассказать новичкам по топ-3 сайтам, которые можно заработать без вложений, которые вообще не напрягаясь можно зарабатывать. Просто щелкаешь, и тебе прилетает денежка. Давайте начнем. Вчера открылся сайт, называется surfer.su, на который можно зарабатывать, и здесь 100% реферальская программа. То есть, если у вас 100 рефералов, активных, здесь минимальное задание, то есть один раз щелкнул, получил 1 копейку. Если у вас будет 100 рефералов, с одного щелчка ихнего вам будет прилетать по 10 рублей там, примерно так. Давайте авторизируемся, быстро покажу. Это первый сайт, простая регистрация, все, вы зарегистрированы, никакого там, извините за выражение, геморроя, все, можно зарабатывать. Начинаете зарабатывать, смотрите, щелкайте по ссылочке. Все, 40 секунд идут. Ну и пока идет это время, можно переключиться на второй сайт. Он в точь-точь такой же. Наверняка многие его знают. Kolym.org. Тоже та же регистрация через ВКонтакте. Проходите и начинаете щелкать. Вам выдается реклама. Пока там идут 40 секунд, здесь вы зарабатываете. Например, 88 жмете, все, 1 копейка прилетела. Закрываете, открываете второй. Сайт даже не открылся, вы жмете 68, все, 2 копейка вам залетела. Тоже закрываете, он больше вам не нужен. Ну и третий, жмете. Вот он сайт. Жмем таймер, все, таймер отсчитал. 64, все, и 3 копейки вы уже заработали. Потом в конце видео я выведу деньги, когда все, то есть смотрите, здесь 3 прокликали, идете на этот сайт, здесь 5 минус 4, 1, жмете 1, и вам тоже залетает 2 копейки. Так, закрываете сайт, еще 30 секунд за 2 копейки. Пока здесь идет 30 секунд, переходите опять на Kolym, и здесь 3 сайта быстро откликываете. Так, 95 жмете, все, закрываете. Вот такое вот быстрое. То есть быстрый заработок. Здесь уже 20 секунд нам надо ждать. Здесь тоже, наверное, время еще не кончилось. Здесь 10 секунд, да. После этих двух я расскажу про третий сайт. Он тоже вчера только открылся, 9 числа. В субботу тоже расскажу. Так, 5 плюс 2, 7. Все, можете закрывать и еще за 2 копейки, открыть за 2,5 копейки, открывать сайт. Тут уже прокликалось, нажимаем 37. И вот так на двух сайтах сидеть можно, в принципе, на час хорошо накликать. Заданий много, они каждый час обновляются, то есть одни и те же. А каждый час обновляются, то есть без работы здесь никто не будет. Вот такой прикольный сайт. Я оставлю ссылку на эти 2 сайта под видео, где легко зарабатывать. Я сейчас просто отщелкаю. А и в конце видео я сниму как раз денежку оттуда. Нажму на паузу. Жмем 80 и все, еще 1 копейка залетает. Сейчас нажму на паузу, быстро отщелкаю и в конце выведу денежку. Итак, друзья, продолжаем запись. Ну, здесь я накликал чуть больше рубля. Здесь рубль 0,5. Здесь у меня 0,53 копейки. Здесь я до конца, то есть до минимальной рубль не докликал. Покажу, как выводятся деньги на сайте Kolym, то есть вывести, рубль 0,5, прописываем сумму. Я буду выводить на PR кошелек, можно выводить на разные системы, по-моему. Заказать выплату. Статус выплачен, все, деньги уже на кошельке. Закрываем. И давайте посмотрим на входящие. Не знаю, пришли деньги или нет. Пока что еще нет, но они приходят мгновенно. Сейчас тоже нажму на паузу. Время 14:17. И дождемся прихода денег. Итак, друзья, продолжаем. Вот пришла выплата.
Получена выплата 1 рубль 05 копеек от сайта kolym.org. По времени все довольно просто. Так, закрываем наш аккаунт, точнее переходим сюда. Так, здесь, наверное, не показывается, что от 1 рубля, когда от 1, там маленькую сумму, он не показывает, что пришли деньги. Но на сайте, как видите, сайт нам выплатил 1 рубль, так что все платит. Также деньги вводите на этом сайте, когда у вас будет минимальный рубль. Также прописывайте PR-кошелек или с какого вы будете, с каким кошельком будете работать, и сумма будет также выводиться. Ну, с этими двумя сайтами все понятно. Первые два сайта будут под видео. Давайте перейдем в самое интересное. Это тоже сайт вчера открылся, Traffic Star называется. Как здесь можно зарабатывать? Да? Есть три тарифа. Стандарт бесплатный, без вложений. Детально я вам покажу попозже. То есть зайдем в сам проект. Так, зайдем. У меня здесь уже, как видите, 24 копейки. Ой, 24 цента. Здесь мы будем зарабатывать уже не в копейках, а в долларах. Ну, в центах. Так, жмем тарифы. Как видите, я приобрел. Первый тариф, он бесплатный, до 1 цента за один клик, за реферальный клик, если вы будете приглашать партнеров на бесплатной основе, то будете зарабатывать от их дохода 12%. То есть, если он там прокликал, я не знаю, там на 1 доллар, ваши будет, например, то есть 12 центов, да, получается. Да, 12 центов будет ваше. Дальше, если вы будете приглашать партнеров, и они будут приобретать, вот как там тарифы, например, за 1 доллар я вчера приобрел, и там за 25, то вы будете получать 25% от их непокупки. То есть от 1 доллара, если кто-то будет, ваши рефералы будут пополняться, то вы будете 25 центов зарабатывать с этого. Минимальная сумма выплат 3 доллара. Уровни рефералов. Один уровень всего, бонусные баннерные показы, то есть бесплатные, то есть вы здесь регистрируетесь, вам дают плюс еще 500 показов вашего баннера абсолютно бесплатно, 125 на 125, цена 0, но он автоматически у вас приобретается. Ну, чем минус этот тариф, тариф стандарт, здесь нет партнерской программы. Объясню потом, что такое партнерская программа. На тарифе премиум, который стоит 1 доллар, здесь и вывод от 1 доллара, и партнерский бонус 35%, а не 25%. Ну и за реферальный клик уже тоже 20%. И за клик, то есть за, например, за серфинг сайтов, сейчас покажу, как здесь серфить, вы получаете не до 1 цента, а до 1.025. Давайте быстро покажу, как здесь тоже серфинг сайтов, но тоже очень быстро. А здесь все, то есть просмотр, жмете здесь 10 секунд, ну и как и на тех сайтах, то есть ничего сложного нету. Так, 51 минус 7 у нас получается. Сори, что-то запутался я. Так, 44. Так, ну и все. Дальше возвращаемся на сайт. Заработали. И так тоже кликаете все эти. Заданий очень много везде. Видите, сколько мы здесь отщелкали. Вот до сих пор много заданий. Каждый час обновляется. То есть работы вам хватит. Давайте рассмотрим все-таки тарифы, тарифные планы на этих. То есть так, тариф мы посмотрели, можно есть бесплатно, есть от 1 доллара, есть от 25. Здесь 20 тысяч показов бесплатно на ваших баннеров. Здесь уже можно выбирать ваши баннеры, какие хотите, чтобы показывали. И самое такое преимущество. Детально разберем. Вот тариф за 1 доллар. То есть смотрите, приобретайте тариф, рекламируйте, вы приводите всего 2 партнера. И сколько можно заработать на 8 уровнях, да? То есть оборот и ваш доход, то есть можно заработать, ну, по маркетинг-плану 911 360 долларов. Но смотрите, даже если вы построите там, не знаю,
До пятого уровня можно дойти, а в принципе здесь можно дойти до пятого уровня, то оборот $960, вы заработаете $600. Можно до шестого уровня постараться дойти, тоже оборот будет $22 500. Все в принципе просто, но тариф VIP здесь вообще баснословные суммы, тариф не ограничен здесь. То есть вот простой бинарный, да, то есть приглашайте два человека, есть переливы. Так что советую приобретать, конечно, тариф премиум, но можете, как я сказал, на стандарте, но вы не сможете участвовать в партнерской программе. Ну, то есть там есть партнерка, но в структуре не сможете участвовать. Всего один раз платите доллары, и вы, во-первых, вывод от 1 доллара, во-вторых, партнерская программа, то есть такая восьмиуровневая. А здесь такого нет, здесь просто одноуровневая партнерка, а здесь вы будете получать от рефералов первого уровня и второго уровня доход на тарифе премиум, вложив всего один раз до 1 доллар. Итак, друзья, все ссылочки будут в описании, так что регистрируйтесь. Спасибо, что посмотрели это видеоролик. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.